Увидеть пенсионера Виктора Гузенко в плохом настроении практически невозможно. Актинидию гибридную селекции Киевского ботанического сада он выращивает и регулярно употребляет в пищу уже более 20 лет. Говорит, дачный участок за эти годы превратился в настоящие непроходимые джунгли. Облепихи, сливы, яблони – все в лианах, ведь актинидия – ягода не только вкусная, но и полезная. Болезней нет, никаких обработок ни весной, ни осенью, ни зимой. И по витамину С шиповнику выступает. И никаких обработок, ничего. Экологически чистый. Я его могу в любой момент подойти, взял, сорвал, правда, и съел. И никаких проблем нет. Житель города Ганцевичи Федор Пятница также следит за своим здоровьем. Правда, на этот раз речь идет о другом кладезе полезных веществ – ягоде голубики. О необычном для наших садов растении он знает все. Как ухаживать, куда и когда садить, а главное, что нужно для того, чтобы голубика приносила по-настоящему богатый урожай. У нас в этом году где-то по 5 килограмм, 6 с куста было. Это порядка 6-7-летние саженцы. Может быть, есть отдельные кусты, которые чисто генетические могут там возраст постарше, дать до 10 килограмм. Ну, в общем-то, если садоводы-любители получают 2,5-4 килограмма с куста, это тоже неплохой результат. Но чаще всего на выставке ярмарки «Виноград-2018» можно встретить, конечно же, виноградарей. Они приехали сюда из разных уголков страны и на этот раз в первую очередь, чтобы похвастаться своим отменным урожаем. Говорят, погода этим летом для ягод была практически идеальной. Здесь представлено более 100 сортов. Одна гроздь красивее другой. Мы можем много говорить про виноград, про какой сорт вкуснее, какой лучше, но это такой виртуальный разговор. Тогда, когда человек пришел, увидел вот такая гроздь, такой вкус, нравится, не нравится, какие-то нюансы, но это совсем другой разговор. Поэтому, когда уже речь идет там про саженцы, то есть уже человек имеет собственное представление о сорте винограда, и вот этот вот разговор на пальцах уже не нужен. Выставка «Виноград-2018» будет работать в Гродно на протяжении 3 дней. Особенно оживленной обещает быть суббота. Кроме ягод, саженцев, цветов и лиан, здесь появится картофель, яблоки, капуста и морковь. К садоводам и огородникам присоединятся птицеводы и кролиководы. Организаторы выставки уверяют, посмотреть будет на что. Роскошные английские куры, голосистые петухи, декоративные китайские уточки и плюшевые кролики. К слову, все это можно будет не только посмотреть, но и купить. Алла Ночко, Дмитрий Пастернак, новости, Гродно+.